Если бы депутаты говорили правду. Сергей Кулябин работает в ГД ФСРФ депутат. Его сообщение. По поводу политики Европы у меня давно нет ни иллюзий, ни особых ожиданий. Но сегодня, получив 4-й отказ от миграционных органов ЕС по поводу въезда на Новый год, я не могу не высказаться. Вы чего, мать вашу, добиваетесь? Чтобы я в ЕСПЧ пошел и засудил вас? У меня вилла в Сан-Тропе, 12 лет на меня оформлена. У меня ВНЖ Франции, я вам налоги плачу. Дочь в Сорбонне учится, практически гражданка. А вы 4-й раз отклоняете запрос на въезд на мою землю? Мне что теперь, в Крыму отдыхать, уроды? И ладно я, потерплю как-то разок, перебьюсь. Но на детей, господам, европейским чиновникам тоже плевать. Моему сыну 14 лет. Посмотрите ему в глаза и скажите, что из-за вашей паранойи он не заслуживает отмечать Новый год нормально. Что он не заслуживает нормального сервиса, нормального климата, моря и простой детской радости жить по-человечески. Вот такие откровения. Всем бы так.